Всем добрый день, кто смотрит это данное видео. Наша группа состоит из 9 человек, выехала из Душанбе, ныне Бохтар, бывший город Курган-Чубе, за сбором лимонов, вообще за тем, чтобы посмотреть процесс выращивания и ухода за лимонами, также собрать лимонов. Вашская долина очень плодородная земля, и она богата такими знаменитыми лимонами, которые по всему миру известны. Так что смотрите, наслаждайтесь. Итак, как вы видите на данном видео, вот так вот растут наши лимоны, таджикские сорта Франца Мейера, немецкого биолога, который завез в наши края и понял, что здесь их условия самые то. Я думала, что они в траншеях растут, а я не думала, что здесь реально здесь это. Да, да, да. Сауна реально. Вот таджикские лимоны наши. Сколько желаешь выкупить, столько и забирай. Ребят, аромат не передать, короче. Это вот теплицы. Черные этот пыльца, это вот то, что печки буржуйки вставляют, поэтому гарь копать. Но это вообще зашибись. Это вот лимонарник в Таджикистане. Это вот смотрите, метров, наверное, 20 туда. Здесь еще пару метров. И унеслось потом ответвление туда. О, там тоже урожай вон висит. О! Вон народ собирает. Ребят, руки понюхайте, как будто надушились лимонами. Я на видео снимаю. Не, лайм у нас не приживется. Да, один танген. Я два взял сразу. А, сейчас. Сироп? Да. Хопчан? У меня хопчан, а ты уже гашь себе мордак. И нам пакетом. А теперь на этих кадрах вы можете просто вглядеться в счастливые лица людей, которые увидели, как растут лимоны в таджикских лимонариях в нашем суровом климате, который чуточку далек от того климата, в котором привыкли расти эти цитрусовые фрукты. Вот смотрите, контрастность этих фотографий и вообще эмоции на лицах людей просто зашкаливают. Хоть и было немного людей, но поездка была очень веселая, хорошая.
Кавказская долина богата очень плодотворными землями, на которых растут множество фруктов бахчевых, которые просто обладают отменным, неповторимым вкусом. Вглядитесь в эти лица, которые еще не знали, куда едут и на что подписываются. А подписывались они на вот такую вот красоту. В Лимонарнике температура минимально была около 22 градусов, было душно, как в сауне. Некоторым даже было тяжело дышать, но это было приятно. Я лично собирал лимоны руками, и поэтому аромат этих лимонов остался у меня на ладони. Так и было такое ощущение, что, как я ранее отметил в видео, что как будто я надушился именно лимонными духами, потому что этот аромат у меня даже вот сегодня утром, поиска была вчера, сегодня утром я проснулся, этот аромат до сих пор не смылся просто с моих ладоней. Вот такие они вот лимоны сорта Франца Мейера, растущие в городе Бухтар, Республики Таджикистан. Декабрь месяц на дворе, 19-й год. Глядывайтесь, какая красота. Лимонов, зеленый контраст, лица людей счастливые. Прибываем в городе Бухтар, бывший курган Тюбэй. Наше путешествие продолжается после Лимонария. Мы сейчас заехали в город возле базарчика. Тут кто-то решился закупиться, кто-то как-то. Так, ждем одного нашего участника. Он решил закупиться мясом баранины. Сейчас дождемся. И поедем обедать, куда ребята покажут там местные наши друзья, которые нас встретили, организовали экскурсию, ну точнее сопроводили, ну можно сказать, организовали экскурсию лимона, лимонари. Плюс еще в качестве бонуса лимоны все нам достались бесплатно. Это вообще было нечто эпикфел, но хотя бы за мои старания оценили и скинулись, передали определенную сумму там смотрителю. Это вот наши ждут, машина. Это вообще оттуда выходит. Вон гостиница Бухтар. Ну и завершение поездки наша дружная группа поехала на базар посмотреть. И дальше мы двинулись чисто пообедать. Спасибо за просмотр. Всего доброго.